Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в Fortnite, потому что появился режим Lego Fortnite. Да и вообще, я гляжу, Fortnite начинает превращаться в платформу наподобие Roblox, потому что тут появляется куча режимов от гонок до всяких тайконов, хорроров, футболов, лаки-блоков. В общем, давненько я сюда не заходил и не смотрел, что происходит, собственно. Прежде чем мы окунемся в этот лего-мир, я хочу открыть вместе с тобой новогодние подарки. У меня их 10 штук. Итак, начнем. Вау, какой дельтаплан! Круто! Что еще? Эмодзи, GG. Эмблема для флага. Обертка новогодняя, красивая. Еще один дельтаплан. Украшение на спину в виде новогоднего меча в подарочной упаковке. Воздушный след, редкий, красивый след. Музыка лобби. Джем-трек. Граффити. Экипировка, праздничная коробка на башку. А это что у нас? Праздничная коробка уже на тело. А, ну и тут, в принципе, тоже. То есть это два скина, они как бы одинаковые, но один для Лего, другой для обычного режима. Ну а теперь создаем Лего-мир и погнали! Уф, а вот и я! Поговорить бомбистка-идеалистка. А? Где это я? А ты кто? А кто я? Минутку, я знаю, кто я. Меня зовут бомбистка-идеалистка. Приятно познакомиться. А ты Венхилл. Где-то мне уже доводилось слышать это имя. Ну, наверное, в Роблоксе. Меня впервые занесло в такое место, но хорошо, что я хотя бы не в одиночестве. Тут может быть опасно, давай-ка на всякий случай подготовимся. Подготовимся? Похоже, тут полно древесины и гранита. Наверное, из них можно что-нибудь изготовить. Ну давай, ты меня научишь? Как что добывать? Как тут выживать? Хо-хо, курица бегает. Пока я там настройки ковырял, тут уже курицы прибежали. Прикольно. Можно подобрать. Стой, иди сюда. Ну-ка. А, я ее погладил, не подобрать. И она мне яйцо задарила. Круто. Пожрать возьмем. У нас же тут голод есть. В общем, это режим выживания. Я здесь новичок, ничего не знаю. Буду сейчас ковыряться, разбираться. Если ты уже наиграл определенное количество времени и уже опытен в этом выживании Lego Fortnite, то пиши все различные подсказки в комментариях, чтобы мне было легче играть. Кажется, эти ресурсы нам пригодятся. Скоро закат. Костер поможет нам согреться и защитить нас. Зачем нам нужен костер? Ну, как бы логично, зачем? Как мне это сделать? Расскажи. Открой меню строительства и найди то, что хочешь построить. Ок. Сейчас, меню строительства. Вот он, костер. А, понял. Сейчас поищу еще бревен. Палочек где-то здесь вот лежало. Или их уже курицы все собрали. Твою налево, курица, вы что, офигели? Кто палки тут пособирал? Срубить дерево-то я же не смогу кулаком, правильно? Ну да, ноль, сразу ноль. Поэтому... Во, вон там, смотри, какая лежит здоровенная. Это что у нас? Да, удобрение. Я хотел другое слово немножечко сказать. Ну, удобрение более-менее подходит. Значит, вот это бревно я могу что-нибудь снять? Нет, ноль. О, вот. Нельзя ускоряться, что-то там... Если ты устал. Это понятно. Древесину взял. Малину тоже возьму. Все, костер есть. И я бы его, наверное, сделал под деревом каким-нибудь. Вообще, вот здесь вот укрытие неплохое. Вот здесь вот так вот, да. Здесь костер не будет тухнуть от ветра. Я думаю, что вот. Строительные чертежи второго уровня. Простая лачуга. Че, лачугу строим? Твой костер согреет нас, если будет холодно. И, если заблудимся во время приключений, сможем найти лагерь по дыму. Твой урчащий живот слышно за версту. Съешь что-нибудь, что угодно. Ну лады, у меня уже вон тыковка есть, давай съедим ее. Вот так вот. Да, вон, я вижу, сверху у меня сердечко пополнилось. И голод с водой утоляется. Или не с водой, фиг его знает. О, серое сердечко теперь у меня есть. А, вон оно что. Все, понял. Короче, вначале тебе дают серое сердечко, а потом, когда ты еще раз хаваешь, тебе это сердечко заполняется уже красненьким. Ну вот, я поел, дальше что? Ты
Та закуска выглядела очень аппетитно, но для приключений нужно много энергии. Я бы не против чего-нибудь приготовить, но вот только не умею. Нужно было записаться на курсы бургермена, когда была возможность. Я волнуюсь из-за дождя. Может, организуем какое-нибудь укрытие? Зайди в меню строительства, чтобы сделать лачугу. Да, я уже это могу. Что там для лачуги нужно? Так, это не то? Это верстак был. Нифига себе, лачуга какая здоровая. Я думал, это палатка будет. Значит, древесина 3, итоговая цена 13. Начальная 6. В смысле, почему начальная 6, а потом 13? Ну, может, от размера зависит. А что для верстака? Слушай, верстак же нам поможет топор сделать. Камень и... Значит, вот. Можно камень понасобирать. Сейчас. Сделать верстак, там топор будет по-любому. Или уж по сюжету идти. Она же все равно мне потом скажет, сделай верстак, чтобы тебе проще было добывать древесину, да? А мы уже... Паук на меня нападает! Пауки, боже мой, как я их боюсь, у меня полсердца отняли. Вы что, с ума сошли? Подожги их! Подожги, 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 подожги! А, у тебя меч есть? Красава, спасибо. Ну ты четкая девчуля, подруга. Значит, продолжаем собирать древесину. Вот. Там. Надо сожрать что-нибудь, да? Вот что это у меня? Малина, вот ее съедим. Жалко, что малина в инвентаре выглядит немножечко не так, как она выглядит на кустах. Иногда путаешься, то, что у тебя в инвентаре лежит. Ну, в принципе, все, для лачуги у нас все готово. Я ее сейчас разверну. Немножечко вот так вот, наверное. А, она тут не ставит. А что она не ставится? Из-за дерева? Дерево мешает. Сейчас, секунду. Вот. Начать строительство, погнали. Все, я понял, почему 13-то. Ты за 6 древесины строишь фундамент, а потом все остальное строишь за оставшуюся древесину. Поэтому 13. Все, древесины уже нет. Пойду ее дальше собирать, что. Вот как это происходит. Теперь все стало на свои места. Все понятно и ясно. Стопэ. Все-таки я думаю верстак построить, иначе я так долго буду ветки ходить собирать. Поскольку основание у нас уже есть... Ёлки-палки, дождь начинает. Костер, надеюсь, не потухнет. А то это будет совсем плохо. Значит, поскольку у нас основание есть, я попробую сейчас верстак поставить здесь. Нет, нифига, обломись. Не получится. Тогда он будет у нас стоять тут вот. Я потом, может быть, его перенесу. Вот, готово. Отлично. Посмотрим, нельзя использовать в дождь. Да какого? Какого? Но надо переждать дождь. Ну а смысл ждать, когда у тебя крыши нет, да? Только если под деревьями. Ладно, пошел еще деревяшки искать. Одна опора у нас получается есть. Давай тогда на нее крышу попробуем возвести. Да, обломись, пока стенку не сделаешь, не будет тебе никакой крыши. Ладно, я понял, я усек. Давай стенку тогда. Вот. Теперь-то можно на нее крышу? Нет. Нужна еще одна колонна. Ясно, я все понял, я услышал. Теперь, это не крыша была, это еще дополнительный фундамент. Вот сюда вот. Вот так вот надо спрыгнуть. Вот, выполнено. В смысле выполнено, если нету крыши? А, вот, теперь можно крышу достроить. Половина стены, нет, не нужна. Крыша. Строим ее. Е-е-е-е, сюда хотя бы дождь не попадает. Хотя вроде попадает. Нет, не попадает. Вот так смотрю, нету. Верстак-то теперь можно перенести? А знал бы я еще, как это сделать. Мне холодно от этого дождя. Мне нужно последнюю веточку найти, чтобы достроить лачугу, и все. Я забуду этот день как страшный сон. Мы с моей идеальной подружкой за... холод меня атакует! Минус 1/4 сердечка. Вот, все, я нашел. Я бегу. Энергия есть? Есть. Бежим. Хоть как-то, может, согреемся от этого. Малинку еще по дороге забрал. Вот еще ягоду. Блин, уже половина сердец. Все, я тут все достроил. Лачуга готова, выполнена. У костра постою, погреюсь. А то нафиг с голода сдохну. Верстак дал мне столько идей для новых изобретений. Например, инструментов. Я волнуюсь из-за дождя. Может, организуем какое-нибудь укрытие? Зайди в меню строительства, чтобы сделать простую лачугу. Так в смысле, я ее уже сделал. Вот же тебе лачуга. Или это... крыша еще не до конца доделана. Тьфу ты, ну ты. Ладно. Пойду опять мерзнуть. Скелеты! Как их много! Мама мия, у меня ж нет оружия. Подруга!
Я сейчас приведу тебе скелетов, которых нужно отдубасить. Они шустрые, я тебе хочу сказать. Не бей меня, не трогай. Не надо. Идеология, давай, руби их. Какая же она все-таки крутая, а? Повезло мне с ней. Косточки я заберу, можно же? Есть, нашел. Все, нафиг, я больше от костра никуда не отойду. А то я сейчас... Ну вот, я лишился третьего сердечка. Она маршмеллоу жарит, ты... А мне-то что-нибудь сделай, подруга. Стой. Пока я тут, значит, бегаю, мерзну, она маршмеллоу жарит на костре. Совсем стыд потерял. Ну ладно, она зато меня спасла от скелетов. Теперь я могу сделать кровать. Просторная лачуга готова. Теперь точно завершено. Маленький сундук можно сделать даже. Очень приятно. Это убежище защитит нас от холодной погоды и врагов, которые могут быть неподалеку. Как она нас может защитить? Скелеты туда могут пройти, нет же стены и дверей. Думаешь, мы единственные, кто сюда, кого сюда вынесло? Может, устроим что-нибудь типа главной площади, чтобы привлечь друзей? Ну, почему бы и нет. Только надо было для главной площади какое-нибудь другое место выбрать. Ай, холодно уже. И чё, кровать построить и дождаться дня, и тогда с верстаком могу взаимодействовать. Давай посмотрим, что для кровати нужно. А, кстати, вот верстак, я его могу здесь поставить? Нет, так что смысл перетаскивать тот верстак сюда как бы нету. Окей, по кровати. Блоки еще какие-то дополнительные появились. Тут вообще много блоков. Тут, в принципе, строить можно все, что захочешь. То, что твоей душе угодно из этих блоков, как и, в принципе, из любого лего-набора. Значит, кровать. 10 древесины. Офигеть. Ладно, будем древесину, значит, искать. А вроде бы и дождь заканчивается, слушай. Слава яйцам! Наконец-то он закончился. Аллилуйя. Значит, кто не любит строить из блоков, и тому в подарок, конечно же, чертежи. Но я думаю, что буду строить самостоятельно, без чертежей. Но это чуть позже. Значит, сделаем сейчас топор. Все равно нужно дерево найти. Ладно, сейчас побегаю, поищу. Дерево, дерево. О, вот. Еще и тыковку. Отличная полянка. Здесь столько еды. Сколько хочешь, набирай. О, утро уже наступает. А вот смотри, дым реально. По нему можно определить, где твой лагерь. Это очень хорошо. Курочка, курочка. Дай мне яйцо, чтобы я с утра сделал омлетик. Спасибо. Ну, чё, я думаю, что сколько у нас древесин? 4, маловато будет, надо побольше. Всё, теперь 5, этого хватит. Знаешь что? Давай посмотрим карту, насколько она тут... ну, в принципе, карта-то приличная. Только вот ее раскрывать надо. Пока не раскроешь, не поймешь, насколько она огромная. Окей, топорик. Создать. Наконец-то я теперь не буду заморачиваться с дровами. Чё скажешь? Вижу тебя, зовут приключение. Пора пустить новый топор в дело. Вот бы найти новый способ добычи гранита. Нам потребуется топор, которым можно дробить камни. Как бишь он называется? Кирка. Кирка он называется. Что там для кирки? Тоже древесина нужна. Ну ладно, вот это вот дерево. Нет, это дерево я не буду рубить. Пускай оно здесь прям идеально смотрится. Я пойду срублю. Давай начнем с большого, вот с этого дуба. Посмотрим, сколько древесины я с него получу. Прикольно рубится. У меня какой-то магический топор. Оу, вот это она долбанулась. Офигенно. Стой. Боже, коробка, нет! Все, у меня выносливость кончилась. И что, она улетит? Может, она сядет? Я сейчас не буду ее преследовать. О, она села. Тихонько. Тут красться можно? Ой, там волк вон ходит. Давай подкрадемся вот так вот за деревом вначале идем. Ну нет! Куда ты? Блин, что? Там волк, мне страшно. Но у меня есть топор, если что. Как же тебя схватить-то? Давай с другой стороны побежим. Может быть, он на меня тогда полетит? Эх, близко. Черт. О, больно.
Нет, я побежал отсюда. Нафиг, 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 нафиг. Запрыгивай, запрыгивай. Не запрыгнуть. Нафиг я побежал за этой божьей коровкой. Так, мне нужна подруга. Ай, 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 ай. Где костер, где дым костра? Ну, елки-палки, я что, потерялся, что ли, вы хотите сказать? Где-то там, в той стороне, вон туда мне надо. Вон, дым увидел. Ай-яй-яй, плохая псина. Я тебя зарублю или нет? Как думаешь? Ау! Пошла вон отсюда. Я побежал. Вот, вот так вот уворачиваться можно. Буду иметь в виду. Я верну... Все, он больше не бежит за мной. Ну и хорошо. Значит, изрядно долбанул его. Овечка тут стоит, пасется. Что я могу с тобой сделать, овечка? Погладить, и она дает мне шерсть. Точно. Шерсть. Зашибись. Фух, надо поесть. А то со здоровьем проблемки у меня. Ну вот и пойдет. Три сердечка, зашибись. А, вот мой дом. Так, значит, что я там хотел? Кирку сделать, да? На кирку у меня все, все. На кирку все хватает. Даже чересчур, я бы сказал. Кирка есть! Какая встреча! Эта кирка напоминает мне один инструмент для сбора ресурсов. Если улучшим верстак, то и инструменты сможем сделать получше. Прочный инструмент дольше служит и позволяет ломать еще больше вещей, что как бы логично. Но мне нужны доски. Но мне нужны раковины. Нафига тебе раковины? Еще бы сказал, что тебе унитазы нужны. Что за раковины? Когда я захожу в тупик, то использую воображение, чтобы справиться с проблемой. Вот так. Нам нужны раковины, а у покатунов как раз они есть. Покатунов? Кто это? Значит, нам нужно найти покатуна. Найти? Найти покатуна? Кто это вообще? Показали бы хотя бы его. Ты можешь мне нарисовать, как выглядит покатун? Да, да. Подожди, вот тут вот факел можно сделать. Давай, наверное, сделаем факел. Он нам пригодится рано или поздно. Учитывая, что я сейчас пойду искать покутанов этих. Что еще я могу построить, значит? Из мебели сундук, где я могу хранить всякое барахло. Дальше. Лесопилку можно сделать. Делать доски, палки и другие объекты, используемые при создании предметов. Что ж, для этого нужно огромное количество ресурсов. И пока я буду искать покутанов, буду собирать их. В принципе, вот можно уже вот этот камень раздолбить, попробовать. Сколько гранита. Вот я, в принципе, все и набрал, можно сказать. Кстати, покутаны, раковины, то, скорее всего, это какие-то крабы. Или ракушки. Твою налево, он здесь. Мне бы не помешал меч какой-нибудь. Оббежим его. Этого злобного серого волка. Чувствую себя маленькой девочкой. С красной шапочкой, которая пирожки бабушке везет. Я вот тут наверху посижу. Ты же ко мне не подберешься, правильно? Правильно, правильно. Покутанов тут не видно случаем. Вон там кто-то шарит. Че, придется, наверное, с ним сразиться, да? Буду уворачивать. Опа, уворот. Опа. Ой. Вот так вот. Yeah! Кусок мяса и коготь получил. Минус один волк. Давай сожрем в честь этого тыкву. Поправим заодно здоровье. Все, 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 хватит есть и уже... Ну ладно. Вон там вижу курицу, овечку. Но покутанов этих не вижу. Может быть, они под водой? Тут нырять можно? Нет, нырять, наверное, нельзя. Покутаны, где вы? Подожди, а здесь есть какая-нибудь эта карта, игроки? Нет, здесь нет журнала с монстрами и животными. Поэтому придется самому разбираться, кто это такой. Ты что там мурчишь? Ты меня запалил, да? Опа. Все, с уворотами все намного проще теперь. Ах ты, елки. Мимо. Когда он хочет тебя укусить, если ты его бьешь в этот момент, то он перестает тебя кусать. Отлично. Фух, ну с волками я теперь могу разбираться, какая тыква здоровая заберу. С
волками я теперь научился разбираться. А вот это что? Смотри, 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 смотри. Вот он, покатун, да? Это он? Сколько он всего тут сделал, и, пожалуй, мне надо вот сюда залезть. Он здесь меня не достанет. Я теперь понял, что такое покатун. Вот он, шарик, это типа колобок, который катается. Вот почему его покатуном-то называют. Так, хорошо. Надо восстановить здоровье. Куда он свистнул? Покатун. А, вон он. Сейчас я подойду к нему. А, нет. Ну, я зато нашел раковину. Амулет здоровья, необычный амулет. Спасибо. Короче, покатун, видимо, докатился до воды и испарился, потому что воды он боится. Давай сейчас проверим. Раковина. Компонент для изготовления предметов, который можно получить при охоте на покатунов. Точно, это покатун. Пойду еще пошарюсь. О, паучок. Паучки, привет. Пауки тут, конечно, очень дерзкие. Несмотря на их размер, да, они ничего не боятся вообще. Я слышал... Ха-ха-ха, курицы на удобрянили тут. Какашку, может, заберем одну? Пригодится для... Я видел, что фермы тут можно делать. И удобрения нам, возможно, пригодятся там. О, а это что такое? Постройка какая-то заброшена. И там тоже вон какая-то постройка. А мне по-хорошему бы уже возвращаться домой. Я даже дыма отсюда не вижу. Что вот это вот? Сколько здесь материалов и взять? А, это динамит? Может, не будем его брать? Давай его положим. А то взорвемся еще нафиг с ним. Искать. О! Тыквенное семечко. Отлично. Зерно кукуруз для фермерства пойдет. Давай, кстати, посмотрю, чё, для чего нам удобрение. Осталось после животных. Может, использовать в качестве удобрения. Ну, действительно, в качестве удобрения. А можно этот сундучок с собой забрать? Я бы его дома поставил. Ну, сломать его точно можно. Только я не знаю, хватит ли моего топора на это. Может, не будем ломать? Мне просто дико интересно, какие материалы я смогу получить с этого сундука. Я думаю, что... Да, мой топор сейчас быстрее сломается. Не буду это делать. Понятно, здесь, в принципе, все можно сломать. Кроме стенок, да? Стенки не берут с топором. Лады. Че, давай, наверное, еще вон туда сбегаем. Блин, там прям нормально. А нет, он разрушенный. Этот дом. Темнеет уже, однако. Если ночью пойдет дождь еще, я же здесь закалею. Замерзну и погибну. Хотя можно развести костер, и тогда будет все ок. Гараж. Обалдеть, гараж. Слушай, так может быть вот этот домик починить? Сюда подругу мою привезти, и все. Тут даже шкафчик есть. Прикольно. Очень недурно, я тебе хочу сказать еще. О, это что, кукуруза? Да все, забирай. Ну, короче, за мебелью можно сюда приходить. Это... Ага, коробку можно стырить. Ну, давай возьму ее туда, утащу. Потом, если что, обратно прит... Стой, подожди, вон, там еще сундук сверху есть. Вот для чего нужна была коробка. Может быть, даже и не одна здесь коробка нужна-то. Эй, черт. О, залез. Может, коробка и не нужна была тут. Взять молоко. Да давай уже все. Все вот это вот забери. Кнопочка. А, на Е нажимаешь и все забежишь. Уже ночь! Блин. А там что? Там костер горит. Эх, жопа моя, которая любит приключения. Пойду посмотрю. Опа, знакомые чувачки. Опа. Стой, 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 стой. С ним будет сложновато. Что я тебе хочу сказать. Стоямба! Опа, опа. Мне нужна твоя ракушка. Раковина, точнее. Все, сдох. Отлично. Стой, он как-то траву вот так вот взял, покосил, да, своими когтями. Может быть, я тоже смогу. О, действительно, она... Вон оно что. Но топор мой почти сломался. Это не очень приятная новость. Ладно, пойду, короче, к костру схожу, посмотрю, кто там. Может быть, там люди есть? Такие, как мы, с моей подругой. Какое сияние, да, там
Возможно, там золотой сундук, а снизу костер. Мне показалось, что кто-то за мной следит. В моем... Блин. Это, похоже, бандиты. У меня в сумке всего 4 места есть свободных. Поэтому я не вижу смысла сюда сейчас идти. И, скорее всего, это бандиты. Я вижу, что это люди, но это бандиты. Ой, они со стволами, что ли? Нет, у них мечи. У них мечи. Они меня пока не палят. Можно я как-то это надену на себя? Так, 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 меня спалили. Я за коробочку. Ой, я коробочку сломал. И в ней ничего не было. Ладно, я, пожалуй, побегу. Можно, конечно, с ними подраться. Попробовать, по крайней мере. В принципе, я бы их укокошил. Ой, арбалетчик. У них есть арбалетчик. Нет, пожалуй, я пойду. К тому же у меня... Топорик ломается. А их четверо. Один на четверых. Я бы, возможно, бы их вытащил, если бы у меня был фулл топор. Но нет, не буду рисковать. Я вообще в правильном направлении-то бегу. Где мой дом? Дом. Значит, вон разруха вот эта. Скелеты сейчас еще за мной побегут. Вообще шикарно. О чем я мечтал? А это что такое? Чуть загоню. Скелеты, не бегите за мной. Тот пустой, у этого кирка есть. В принципе, можно кирку отобрать. Волки. Стой, подожди, это кто там? А, на курицу напал волк. Ну и пускай он тут занимается своими делами. Дым увидел, наконец-то. Все, бежим в том направлении. Что происходит вообще здесь? Динамит подрывать я не вижу смысла, потому что если я близко к нему подойду... Да, это тот сундук, который я обыскал. Если я близко к нему подойду и долбану топором, то ты сам понимаешь, что произойдет. Динамит взорвется вместе со мной. Это очень плохая идея. Курица, бегите, бегите. Ну ладно, давай. Опа. Разберемся с этим. Скелет. Все, сломалось, но есть кирка. Кирка против кирки, да? А, кирка вообще мало урона наносит. Может, вручную? Давай с кулаками. Кулаками ушатал. И кирку получил, между прочим. Но эта кирка, она... Ее можно выкинуть, она уже все. А, поломанная. Не понял. Это не тот костер! Я шел не на тот костер. А где же мой костер? Ёлки-палки. Где мой костер? Давай карту посмотрим. Может, она нам поможет? Карта... Я, наверное, отсюда пришел. Да, вот вода. Да, я отсюда пришел, вот вода, я к воде шел уже. За этими ракушками. Соответственно, мне куда-то туда надо идти. Через воду? Я же правильно иду? Нет, я неправильно иду. Подожди, мне надо обратно вернуться. Хоть бы компас какой-то дали, елки, я тут запутался. Теперь мне надо. Он в ту на. Куда? В ту сторону бежим. Оббегаем всех скелетов. В принципе, можно их не бояться. Я хороший кулачник, боксер. Кулачные бои, это мое все. Сейчас попробуем. Он тоже без все. Ой. Отпрыгиваем. Минус сердечко. Ну, в принципе, да. Кулаками можно разносить, но просто дольше выходит. Волк. Ну, вот против волка с кулаками я не полезу точно. Я снова вижу дым и надеюсь, что это мой дым. Да, я пришел. Я пришел домой. И не с пустыми руками, а с раковинами. Эй, бомбическая идеалистка. Не нравится местоположение постройки? Просто разруши ее и воссоздай где-нибудь еще. В общем, ничего путнего она нам не рассказала. Восстанавливаем наш топор. О, амулет здоровья. Делается из шелковой нити, мрамора и раковины. А шелковая нить, она делается из паутины, скорее всего, мрамор. Это нужно в пещеру какую-нибудь сходить. Или из камня добывается. Больше чем уверен. Что ж, я думаю, что можно вот эту, в принципе, лачугу разрушить. Я посмотрю, как она быстро рушится и рушится ли вообще. Да, это долго все будет. Как мне это все дело разрушить быстрее? Просто разобрать можно? Есть, сломалась. Аллилуйя. Короче, предлагаю снести основание, а там уже крыша сама отвалит. Капец.
О, и камень сломался. Прикольно. Камень сломался рядышком, который был, а крыша не упала. Фантастик. Похоже, физика не для этой игры. Ну, давай стенку еще уберем и посмотрим. Еее! Физика здесь... Дерево, мое любимое дерево. Ну, ладно. Ну, как бы, слушай, физика есть, это здорово. Сейчас пенек вырублю тоже. Вот. Че, думаю? Я хочу найти отличное место, полянку. О, как я это все скатил. Короче, ломаем костер. У меня остался последний топор. И боюсь, что как мы доломаем это кострище, его останется совсем мало. Готово. Пошли отсюда. Ты же готова идти? Ты украшаешь собой любую реальность. Благодарю. В общем, она все то же самое повторяет. Она будет за мной бегать, нет? Нет, походу она здесь останется. Зря костер только ломал. Я думал, что костер ее здесь держит, но нет. Опа. Это что за чувачки? Вы кто? Ой, нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Только если вы пойдете за мной, вас моя подружка раскидает. Идите сюда. Арбалетчика надо. Арбалетчика первым делом надо раскидать. Мимо. В принципе, я и сам справлюсь. Ай, задел. Готово. Вот и меч есть. Подруга стояла там, значит, смотрела, как меня тут дубасят. Кирку я бы тоже сделал. А, места нет. Ну, давай яйцо употребим. Два яйца сейчас съем. У меня как раз голод. Место освободится. Переключатель. Ммм. Новые, короче, чертежи появились. Прикольно. Взять стрелу. А, стрелу я не могу взять. Надо что-нибудь тоже съесть. Кукурузу. В левую руку возьми ее и съешь. Молодчик. А стрелу забираем, и теперь у нас есть дальнобойное орудие. Тут стрел случайно больше нигде нету, он же пару раз в меня стрелял, правильно? Ладно, фиг с ним. Я точно знаю, что мне нужно достать меч. А вот это что такое? Взрывчатое вещество. Так, к нам не бежит волк? Нет, волк там с овцой развлекается. Пойдем искать лучшее место для нашего лагеря. И сразу начнем осваиваться. На новом месте. Блин, подруга там с волком зафайтилась. Надо ей помочь. Хотя она сама справится. Молодчина. В принципе, я думаю, что вот эта полянка идеально подходит. Там вода, гора. Там у нас зима и льдины. Это, считай, своего рода центр. И мы плюс на возвышенности находимся. Ну да, отличная полянка, но все-таки... Там костер где-то горит. Дым вижу. Или все-таки, может быть, повыше. А вон там что, ты видишь? Какая-то постройка. Ну-ка, пойдем туда сходим. Там мы отличная возвышенность. Добрался до этого места. И тут отличная полянка, я тебе хочу сказать. Ух, ух. Ну, я думаю, здесь отстроится. Отличное место для нашего домика, по-моему. Что ж, приступим. Для начала построим основание. Прямо вот здесь вот на краю. Вот таким вот образом. Отличный, будет комфортабельный большой дом. Теперь нужны стены, правильно же? А, это пол. Пол нам тоже нужен. Теперь строим, значит, стены. Стена лачуги. Половина стены. Я буду строить всю стену. Вот таким вот образом. Блин, я съехал очень так изрядно. А ломать стенку как бы... Вы хотите есть. Ну, блин, я только строительством занялся. У меня тут есть жареное мясо. Плюс 8 голоду, да. Пожалуй, это я и съем. Нифига себе, мясо мне 2 сердечка дополнительных еще дало. Вот это я, конечно, простоволосился тут. Да еще и скривил. Попробуем это все сломать. Моим мечом. Это должно... Меч сломался. Ладно, я понял. А кирка, кирка, кирка. Вот у меня кирка тут почти. Киркой надо ломать, елки-палки. Кирка вообще сносит нормально. Вау-вау-вау. Ладно, давай, значит, вот это здание тоже сломаем. Почему я решил топором ломать? Надо было сразу киркой. Хорошо. Стену, значит, восстанавливаем. Вот сюда вот.
по краю. Значит, дверей у нас еще, по-моему, нет. Так что придется оставить дырку в стене. Почему у нас здесь мешает другой объект? Да в смысле, чем он мешает-то? Блин, уже потемнело. Готово. Здесь у нас проход будет. А я вот тут хочу построить еще. Не понимаю, чем мешает... Что мешает здесь? Что еще? Опоры. Можно сделать на крышу. Крыша мне не помешала на самом-то деле. Раз. И два. Я думаю, что настало время развести тут уже костер. Он пускай будет где-то тут на улице. Вот с этой стороны даже я бы его сделал. Неплохо. Верстачок сейчас здесь где-нибудь шлепнем. Вот здесь в углу. Я бы даже его, наверное, к этой стенке поставил. Есть. Теперь можно сделать или лесопилку. А вот, кстати, главная площадь. Она требует всего 3 древесины. Это то, о чем говорила наша подруга. Там внизу кто-то дерется. С кем там кто дерется? А, со скелетом. Понятно. А я с тобой подерюсь, паучок. Значит, мне нужна кирка. Я сейчас вот это вот все доломаю. Будет, наверное, тут куча древесины, камня. И из этого я сделаю площадь. Вот прямо здесь у меня и будет стоять эта статуя. На месте этого домика. Ну ты не можешь вот на этой балке держаться, крыша. Не можешь. Нифига себе, какая крепкая бочка, я тебе хочу сказать. Ну что ты прешь-то? Где мой арбалет? В голову ему прям. Какую-то... Этап 4 из 4 нанести урон из арбалета. Ну, я нанес. Я молодчик. Вот эти цветочки тоже надо убрать. Отлично. Ну и последнее, вот это вот осталось. По кирке я даже не переживаю, потому что у нас теперь верстак вон там стоит сбоку. Так что можно все дубасить. О, кирка сломалась. Стой, подожди. Крышу кулаками теперь могу дубасить. Хотя это была не крыша. Прикол, я крышу своими кулаками раздубасил. Пришло время подкрепиться и начать строительство главной площади. Еще бы, конечно, наконец-то бы сделать себе кроватку. Где там кровать-то? Елки-палки, вот она. Сколько всего здесь? Вот я уже могу ее сделать. Пожалуй, тут и сделаю. Ляжем на нее? Ваша кровать. Ну, я понимаю, что это моя кровать. О, боже мой, мы спим. Чтобы восстановить все мои силы, мне нужно полежать на ней минуту 30. Как мне тут уютненько-то и хорошо. Я прям балдею. А уже и расцветает, кстати. Очень хорошо. Блин, атмосферное убежище у меня тут получилось. Домом это, конечно, сложно назвать, но как убежище пойдет. Интересно, удобно спать с коробкой на башке? А у нас уже подходит восстановление. Одна секунда и... Все. Вроде бы как я восстановился, можно подъем устраивать, как только это сделать. Вот, спрыгнули с кровати. Энергия восстановилась. Приступим к строительству площади. Да, я думал, это будет побольше. Ну ладно. Значит, вот, поселение игрока 1. Можно домик прям так и поставить, да? Нет, это все-таки... Да, пускай будет домик. Зелененький цвет, подтвердить. Вот. Двойная лачуга я теперь могу построить. Просмотреть улучшение поселения. О, поселение еще можно улучшать. Офигеть. Вот это дела. Значит, растущее поселение. В это поселение может приехать еще один житель. Так, у меня подруга там где-то была, надо ее привезти, слушай. Дружелюбные гости. В поселение будут заглядывать новые исследователи. Рейтинг поселения. Развивайте поселение, чтобы повышать его рейтинг. Значит, вот, смотри, написано, что... Чтобы получать очки, нужно выполнять требования. Тут у нас требования древесина и гранит. По 15 всего нужно принести. И тогда я смогу первое улучшение сделать. Метка на карте появилась. Вот, это классная штука. Метка на карте. Я бы куда-нибудь вот туда поставил, повыше, как можно выше. Где-нибудь даже вот здесь вот. О, пойдет. Зелененькая, домик здесь. Все, подтвердить. Теперь, если я на карту нажму, то... Тут... Так, я не понял. Ну да, вот она, метка есть. А вот это что? Это какое-то там поселение. Видимо, на карте у меня нарисовалось.
Туда стоит сбегать. Вон оно. Вон внизу стоит. Окей. Значит, мне сейчас надо будет добыть древесину и гранит. Дальше сделать себе лесопилку, которую я так долго хотел и ждал. А, конечно, сперва нужно сделать инструменты. Блин, что-то с небом не то происходит. Сейчас дождь, что ли, пойдет? Чёртовы паучки. Ладно, давайте на кулачках, чтобы... Ха, паук перевернулся. На пузо. Ой, иди, иди, иди сюда. Вот так вот тебе. Попробую сейчас дорубить. Не, не получается кулаками рубить. Блин. Чё, все пропало, да, по-новому рубить? Зашибись, у меня сломался топор. Пойду делать новый. Черт, за мной волк прибежал. Зараза. Придется на кулаках. Иди сюда. Сейчас я с тобой разберусь. На кулаках волка уделал. Почти красава. Так, значит, мне топорик, пожалуйста. И кирку. Кирку, кирку, кирку. Черт! Я завис. Смотри, что происходит. Блин, глюк какой-то. Надо в верстаке еще что-нибудь сделать. Вот стрела. Назад. О, развис. Ништяк. Камни надо поломать. Обязательно гранит же нужно добывать. Там вон вижу хвостик торчащегося этого колобка. Покатуна. Сейчас мы его с арбалета жбахнем. На тебе. Нифига себе. Я ему никакого урона не ношу. А если киркой его долбить, а не топором, кстати? Если он же каменный. Неплохо. Получше киркой выходит-то. И сюда. Нет, ты не сможешь мне ничего сделать. Готов. Да, короче, по катана проще киркой ломать. Когда у тебя нет нормального вооружения. Опа, 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 смотри, кто это там бегает возле моего дома. Ты кто такой? Мистер Мяускул. Да, я мистер Мяускул. Наверное, ты уже знаешь про меня, так что не буду долго хвастаться. Приятно познакомиться. Ты новый жилец, что ли? Какое приятное знакомство. Мне нужно выспаться, а завтра встать пораньше и пойти искать сокровища. Пожалуйста, сегодня я переночую в твоем поселении. Да, пожалуйста, я тебе даже кровать сделаю сейчас. У меня все для этого есть. Просто так. Неожиданно появился. Кровать можно, в принципе, тут рядышком ставить, так что... Вот, здесь будет спать... Нет, это не моя кровать, это мяуска. А куда он делся? А, вот где. Вот, переезжай в мое поселение. Было бы неплохо остановиться в новом местечке. А для меня есть спальное место? Да, да, я сделал. Здорово, пойду разложу свои вещички. Чувствую себя как дома. Е-е-е! Новый поселенец. Шикарно. Эта бомбическая идеаличка что-то не хочет ко мне сюда идти. Хотя я думал, когда я построю вот этот мунамент, она прибежит. Но нет, видимо, за ней надо сбегать. Доступно улучшение. Пока я бегал за гранитом, у меня тут уже улучшение открылось. Улучшить поселение. Бабах! Лачугу новую открыл. Шикарно. Дальше, чтобы улучшение получить, нужно доски сделать и гранит. А доски мы можем получить из лесопилки. Что у меня там по материалам-то сейчас? Для лесопилки снова идти добывать древесину. Ну что ж, пойдем сбегаем. Темнеет уже. Факел сейчас в руки возьмем. Вот. Сбегаю за своей подружкой, скажу, что я тут поселение отстроил. Приходи ко мне сюда. А то что, она там все трется и трется. Ёлки-палки, ты посмотри, кто там ходит. Что это там такое? Что ты такое? Мама мия. Мне барбалет здесь пригодился. Ой, кажется, нас запалили. Я думаю, что надо отсюда валить куда-то. О, камень сломал. Офигеть. Воспользуемся вот этим моментом. Так, ну дерево-то ты не должен. Ау, валим. Он и дерево снес. Я утонул? Что со мной произошло? Где я оказался? Пора за дело. Вернитесь к своему рюкзаку, чтобы забрать утерянные вещи. Рюкзак помечен на карте. Он меня как-то сумел чем-то поразить.
Моя первая смерть! Ну ладно, от такого монстра, в принципе, не страшно. Ух ты. Кровать мистера... Мистер Мяускул положил здесь свою сумку, чтобы никто не занимал его кровать. В принципе, логично. Меня долбануло током, и я проснулся. Что ж, бежим. Бежим к своему рюкзаку. И там еще столько ресурсов вон валяется. Я надеюсь, что этот монстр ушел. Его, кстати, кто-то покусал, скорее всего, это волки. У него не фул хп было. Да, этот монстр ушел. Жесть. Все, я весь рюкзак свой забрал. Это хорошо. А, это скелет. А, нет. Этот монстр где-то здесь. А, это волк. Фух, это волк. Я уж немножечко испугался. Так, ну, пускай на меня все тут агрятся. Вон там волк с этим боется уже. Со скелетоном. Мне биться неохота ни с кем. Я вообще за подружкой шел. А вон и монстр ходит, собственно. Ладно. Я просто мимо пробегу. Я вообще в правильном направлении бегу? Да, в правильном. Отстанет меня скелетон. Вот чем он меня догнал. Вот этой кислотной бомбочкой. Я просто бежал к воде, в надежде на то, что он воды боится. Ну что ж. Вон крыша моего дома. Крыша моего дома, я ее вижу. Да-да-да, это моя постройка. Подруга, вот она с факелом ходит. Ну привет, наконец-то я тебя нашел. Пошли уже. Пошли. Ой. Помогай, выручай. Факелом подолбить его. Ой, я факел выкинул или? Да, я факел кидаю. Нет. Факел кидать я не собираюсь. Больше. А, смотри, факелы, короче, вот так вот остаются. Стоять. Это удобно, когда ты в подземелье куда-то идешь, там темно, и ты просто факелы раскидал, и все. И все, ок. Подруга. Надо еще отбиться. Готов. Че, ты идешь за мной, нет? Передаю привет с острова. Мне кажется, что мы здесь не одни. Все, ладно, пока. Она не хочет, короче, со мной идти. Я на всякий случай здесь, короче... Ух ты, елки, опять! Опять. Она куда-то меня приведет или просто за ней бежать нужно? Вот это вот вопрос. Арбалета жалко нет, так бы ее шпильк. Шпильк. Я поймал ее, прикинь! Ух ты, ух ты, ух ты. Она дала мне стрелу. Короче, вот, если ты ловишь вот эту божью коровку, засранец, то она тебе дает подарки. Это здорово. Тут еще и паук прибежал. Вы что, офигели? На пару с волком. Давай, дуй отсюда. А то я сейчас тебе... Я тебе сейчас по жопе надаю. Ляжки отобью. Снова паук. Ты посмотри, какой дерзкий паучок, а. Все, разобрался с ними. Так, короче, я здесь хотел оставить... Да ё-моё, да что вы мне спокойно-то не даете пособирать-то тут ничего? Козлина камнем в меня кинул! Да, неудачный сегодня денек и ночка была. Хотел здесь флаг поставить, чтобы за подружкой наблюдать. Ее не терять из виду. Ну, как ты видишь, неудачно вышло это все. А, во-во, она пришла, наконец-то! Этот что-то думает о каком-то строительстве, давай я с ним поговорю. Привет, привет, с острова. Почему вы все говорите привет с острова? Мне нравится в твоем поселении, с удовольствием возьму себе какую-нибудь работу, чтобы сделать его еще лучше. Чем эти острые коготки могут тебе помочь? Ну, наконец-то, не то, что моя подруга, которая просто что-то болтает. Давай поговорим о работах. Есть новости? Давай исследовать мир вместе. Может, с ним в пещеру потом схожу. Помогай поселению. Работа с ресурсами. Впрочем, забудь. Работа с ресурсами. Собирай ресурсы поблизости. Да, давай вот это вот делай. Только мне понадобится верстак, чтобы делать инструменты. Установи его, и я буду изучать окрестности, пока тебя здесь нет. Мне нужно еще один день на поиски, прежде чем я смогу найти что-то полезное. Окей. Верстак установлен, так что дерзай. О, а ты кто? Девочка к нам пришла в поселение. Ну, извини, как бы. Места в поселении не так много, все уже занято. Привет, я добычица. Если тебя манит приключение, то ты по адресу.
Мне тоже приятно познакомиться. Небольшой поход на природу помогает собраться мыслями. Фух, целый день копать землю. Это тяжело. Наверное, я переночую в твоем поселении. Да ради бога, ночуй. Хотел предложить ей переехать, но она сказала, нет, твое поселение не подходит, но я передумаю, если ты расширишь его. Что там мне нужно для следующего улучшения? Доски. Точно. Делаем, значит, лесопилку. Лесопилка у нас будет за домом на природе. Вот здесь вот ее поставлю. Готово. Делаем, значит, доски. Назначить схему. Быстро разместить. А, все, поехали пилить. Поехала. Она реально работает? Нет. А где анимация? Fortnite, вы чё? Где анимация распил древесины? Капец. Пока там идет распил, решил заглянуть на верстак и увидел здесь лопату. Простая лопата для сада и огорода. Дальше короткий меч. Для этого нужна деревянная палка, которую мы можем на лесопилке сделать. Рыцарский щит и амулет здоровья, ты уже видел. Вот так-то уже появляется нормальное оружие. Ну чё? Есть древесина, все как бы ок. Камень. Пойду камни сейчас быстренько добуду, но прежде нужно сделать кирку, а то это сейчас сломается. У меня есть целых 3 кирки. 2 из которых сейчас уже поломаются. Надо их добить. Какой красивый закат. Не зря я все-таки здесь себе поселение сделал. Ну что, новый уровень. Он... развивайте поселение, чтобы... Ладно, хорошо, значит, еще нужно развить поселение побольше. Ну как это сделать? Например, может ферму построить? У меня есть вот грядки, есть пару грунтиков. Ферма у нас будет в этой части, например. Вот. Плюс к поселению дало. Забавно. Все, грунта больше у меня нет. Наверное, лопата нужна, чтобы выкопать побольше грунта и сделать ферму, да? Тогда пойдем делать... палки деревянные. Вот. Мне бы не помешало парочку деревянных палок. Забираем. Делаем лопатку. Берем ее теперь в руки и пойдем копать. Попробую сперва где-нибудь внизу. Вот тут вот можно. А то сейчас, знаешь... Во! Гранит, отлично. Значит, можно, в принципе, копать везде. Ландшафт от этого не меняется. А то, знаешь, сейчас где-нибудь копну, и у меня полгоры не будет. Возвращаюсь. Или не возвращаюсь, там сейчас скелеты на меня нападут. Блин, специально же вот наверх решил забраться, чтобы меня никто не доставал. Они тут появляются. О, банда прибежала помогать мне. Значит, возвращаемся к грядкам. Делаем их ровненько. Еще пару грядок, и поселение получит уровень. 4 по качеству. Давай факел возьмем в левую руку. И надо теперь сюда что-нибудь посадить. У меня здесь есть семена тыковки. Семена кукурузы. Семена малинового семечка. Так, кукуруза что? А, кукуруза несколько сразу посадилась. Ну, прикольно. И вот еще семена... Погоди, что там? Пшеничное зерно. Во. Я тут подумал, что неплохо было бы для моего поселения сделать гриль. Поскольку у нас теперь уже 3, да? Отстань от меня, скелетон. Поэтому... А, достал все-таки. По жопе мне дал. Поэтому я сейчас набрал оставшийся гранит, который мне нужен для него. И этот гриль, надеюсь, поднимет уровень нашего поселения. Гриль у нас будет, ну, на улице стоять. Вот здесь. Кухня тут. Отстань! Сраный скелет, а. Все, уровень поднят. Отлично. Что на гриле-то можно? Жареное мясо. Так давай приготовим. У меня этого мяса вагон. На все. Жарим все мясо. Пускай оно там жарится. Значит, пока что у меня дама не ушла. Она еще тут и ждет, когда ее примут. Поэтому улучшаем наше поселение. А, да блин, я же гранит собирал и весь сейчас на гриль потратил. Заново придется сейчас собирать. Окей, сейчас я тогда его быстренько накопаю. Пойду сбегаю. Решил раздолбить вот эту огромную скалу. Ну, не знаю, получится. Получилось. Здорово. Все собрал, все готово, улучшаем. Юху! Поселение 3 уровня. Осталось только кровать сейчас быстренько поставить. Где там эта кровать? Сейчас я кровать вот тут рядышком размещу. Чтобы у меня дополнительное поселение... Кривовато поставил, ну да ладно. Стой, не уходи, где она тут была? Вот она. Фух, я думал, ушла. Привет.
Остерегайся волков, обычно они ходят стаями. Но мне пока по одному подались. Переезжай в мое поселение. Предлагаешь переселиться? С радостью. А для меня есть койко-место? Конечно. Я сейчас же пойду и хорошенько высплюсь. Чувствую себя как дома. Да, нас уже четверо, считая меня. Ну здорово. Я могу ее, в принципе, озадачить, чтобы она что-нибудь делала. Добывай, собирай ресурсы поблизости тоже. Я хочу сейчас сделать себе меч и все, на этом закругляться. Делаем меч. Наконец-то нормальное вооружение. Плюс 3 к дамагу дает. И все, оно у меня. Этап 2 из 4. Изготовьте короткий меч. Мясо забираем. Есть что пожрать. Ну вот, собственно, и все. Поселение готово, народ приходит, ферма, мини-ферма есть. Дальше будем развиваться, но это уже будет в следующей серии, если тебе, конечно, понравится. И ты поставишь много лайков под роликом и подпишешься, чтобы не пропустить следующий ролик, на котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи!